Ну что ж, здорово всем в игре Санкет. Ну, не знаю, как правильно читается, в принципе, для меня это не важно. Это научно-фантастический шутер, разработанный Next Studio и опубликованный Level Infinity. В технопоэлектическом будущем вы бегун, который присоединяется к войне против смертоносных существ, называемых нано, внутри запечатанной зоны отчуждения. Не забывайте подписаться. В общем-то, по игре. Графика, оптимизация, боевка, фоновые виды здесь на высоком уровне. Да, у нас даже есть помощник для убийства мобов. И новые, так сказать, технозомби, что довольно-таки вообще-то стало мне любопытно. Достаточное количество вооружения здесь есть, неплохой сюжет присутствует, приятное понятное управление тоже есть, множество настроек графики. То есть игру для большинства, ну, для большинства ПК подтянуть получится для нормального FPS. Знаете, я вот про эту игру могу сказать просто вкратце. У меня к ней просто нет претензий. Отлично сделанная игра, не придерешься. Потом еще надо будет посмотреть, какой ценник у нее будет. Ну, я думаю, до 1500, в принципе, ценник игры вполне будет нормальный. Потому что игра реально, в действительности, очень хорошо и качественно сделана. К сожалению, в нынешнее время хорошо сделанные, качественные и в плане оптимизированные игры — это очень охренеть большая редкость. Как бы это грустно не звучало. Ну да, есть, конечно, некоторые студии, вот как эта, которая смогла все-таки реализовать то, что она хотела. Сделать интересную, увлекательную игру. Ну, хотя бы такие студии оставляют надежду, что не все стараются. Тупо, конечно, нет, стараются, чтобы больше денег получить, но хотя бы пытаются еще качество игры сделать, а не просто сделать какой-то шлак, от которого потом крестишься и отплевываешься.